Привет, ребята! Меня зовут Настя Свон. И сегодня Back to School видео. Точнее, видео про возвращение в школу, так как лето заканчивается. Печально, очень. Но в этом видео я решила вам показать один из моих нарядов, который я подготовила к школе, и показать сумку, с которой я буду ходить в следующем году в школу. Давайте вначале посмотрим на наряд. Вам понравился тот лук, который вы сейчас видели. И сейчас я покажу вам сумку. Да, перед тем, как вы ее увидите, я хочу вам рассказать немного о ней. Я очень долго, ребята, искала сумку именно такого размера. И нашла просто идеал для меня. Купила я ее в магазине Accessorize. Да, войдя туда, я просто влюбилась в нее. Ну, что же я так долго скрываю от вас? Вот моя сумочка. Меня за ней совсем не видно, потому что она довольно большая. Да, это сумка размера портфеля. Я очень хотела для школы именно такую сумку. Телесного цвета такого божественного просто. И она очень удобна тем, что ее можно носить тремя способами. За ручку, на плече. И также здесь подкрепляется дополнительная лямка, и можно носить как портфель. Поэтому вот, просто шикарная сумка, мне очень-очень она нравится. Здесь есть основное отделение, да? Дальше два кармашка сбоку, кармашек на замочке с этой стороны. Вот. И да, кармашек вот здесь. И видео получилось совсем-таки не длинным, а даже немного коротким. Но надеюсь, вам оно понравилось. Если вы хотите больше хол-видео, видео фэшн о моих покупках, то пишите мне в комментариях. Напишите мне в комментариях, готовы ли вы к школе. И увидимся с вами в новом и скором видео. Пока!